Да нет, я очень думаю... такие самовлюбленные товарищи. Но, и поэтому им это фигурное катание, знаете, не особо интересно. Судя по... Да, самовлюбленная, но не влюбленная в этот вид спорта. Итак, Михал Březina. Тройной аксель. Есть. Хорошо, легко, классно. Тройной чисто, тройной тулуп чисто. Луц. Тройной чисто, очень хорошо. Скорость невелика только. Чуть-чуть быстрее. Хороших шагов. Японские барабаны. Музыкальное сопровождение. Серпантин исполняет дорожку. Первый раз мы сегодня видим исполнение прямой линии серпантина. Первый сегодня исполняет дорожку. Очень хорошее вращение. Ну что же, вот один из тех фигуристов.